В Актобе новый асфальт во дворе многоэтажек начал проваливаться. Жители пишут жалобы и требуют от Акимата переделать работу. Ведь, как выяснилось, на ремонт придворовых территорий из бюджета выделили больше 800 миллионов тенге. Разве это работа? Вот смотрите. Дороги 3 недели всего. Все, уже нету ее дороги уже. В октябре вода будет, мороз ударит. И вот это вот все, вот этот асфальт, она все просто вылезет. И здесь будет просто огромная-огромная яма опять. Жалуются горожане и на то, что некоторые дворовые территории асфальтируют не полностью. В одном из таких дворов после обращения жильцов решили все-таки сделать дорожное покрытие. В коммунальной службе сообщили, что все недочеты по работе 3 подрядчиков, между которыми разделили бюджетные миллионы, исправят. Из 100 придворовых территорий в этом году отремонтировали чуть больше половины. Остальные продолжат весной. Во дворе, где появились трещины, срезку асфальта сделают по-новому, заасфальтируют подрядчик. За свой счет сделают они. 2 года гарантии есть. Если подобный факт повторится, будет составлен вновь дефектный акт.